Минфин Башкортостана дополнительно выделит из региональной казны 108 миллионов рублей Стерлитамаку. Средства помогут поддержать финансовую устойчивость второго по величине города республики и выполнить социальные обязательства перед его населением. По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, прежде всего необходимо решить проблему нехватки соцучреждений – школ, детских садов и поликлиник. На сегодняшний день в Стерлитамаке ведется строительство 3 детских садов, завершаются работы по возведению водоочистных сооружений и благоустройства городских пространств. По нацпроекту с начала года отремонтировано 18 километров автодорог. В условиях экономического кризиса Стерлитамак показал рост ряда показателей. Например, вырос объем инвестиций на 33%. В городе реализуется 130 проектов. Совокупная прибыль муниципалитета выросла на 5% до 16 миллиардов 700 миллионов рублей. Правительство региона поставило задачу вдвое увеличить ввод жилья. Сейчас этот показатель не превышает 100 тысяч квадратных метров. Также предстоит решить проблему безработицы и оттока населения.